Здравствуйте, дорогие друзья, подписчики и, конечно, случайные зрители. Я рад приветствовать вас на канале ПАР. Сегодня мы находимся в Санкт-Петербурге. Сегодня у нас, кстати, была встреча аквариумистов России, да, кто смог приехать на конференцию, которую организовал Олег Лабутов. Сейчас мы находимся в гостиничном номере, и, к сожалению, аквариумов здесь нет на фоне, но у нас есть Павел Чулков, который является создателем канала Скалярики. Здравствуй, Павел. Здравствуй. Павел, сегодня я хотел задать тебе ряд вопросов. Причем эти вопросы, которые я собрал, там есть и мои вопросы, но есть вопросы еще те, которые я обсуждал с некоторыми подписчиками, общими нашими подписчиками. Когда это успел-то? Успел. Ну, я вообще написал то, что, возможно, будучи в Санкт-Петербурге, я встречусь с Павлом, и вы можете написать. Немного людей написало, но некоторых написали. Ну, давай начнем с самого простого вопроса. Расскажи немножко о том, как ты вообще начал, с чего началась твоя аквариумистика? Моя с отцовского аквариума еще. Я еще был совсем мелкий. Это сколько тебе было примерно? Ой, я даже не вспомню. Такие... Ну, школьные годы? Да ладно, нет, гораздо меньше. Я был совсем маленький. Совсем. У меня еще... такие обрывистые такие воспоминания. Но аквариум у тебя был долгое время? Нет, я даже не вспомню. Еще, знаешь, аквариум, времена такие были, каркасные аквариумы на мастике. Ну и у тебя, получается, в это время уже какой-то интерес к аквариумистике появился? Или ну, ты потом нет, уже с годами это уже потом, знаешь, как получилось? Я вот просто помню, что вот был у отца, потом какое-то время я вспомнил, что мне захотелось аквариум, но как-то возможности не было. И завел я уже после свадьбы, наверное, только. Получается, ты сделал себе аквариум, и там что было у тебя? Пару рыбок, пару кустиков? Нет, там стандартный набор начинающего аквариумиста. Скалярии, золотые рыбки, гурами, меченосцы. А с какого момента ты понял, что ты хочешь сделать канал свой? Как ты к этому каналу пришел? Канал? Я даже не знаю. Нет, это уже спустя такой приличный промежуток времени. А пришел, я смотрел Диму Кашкарова. Привет, кстати, Дима Кашкаров. Привет, Дима. Да. Вот мы думали самому что сделать, попробовать. И начал делать, ну так, чисто для себя. Там даже не было озвучки какой-то. Там были картинки и подписи просто текстовые шли, и все, как бегущая строка. У меня тоже такое было в самом начале. Да. Подожди, ну а Дима Кашкаров, он уже что, он уже такие прям скейпы делал? Или ты что-то... Я смотрел, он там, помню, рассказывал про светильники, идеи у него там был, и про грунты ролики были. Такого плана смотрел. А, ну то есть не про оформление, а просто про оборудование? Да. И ты решил... Ну, я думаю, тоже что начать, я думаю, интересно. Более-менее интересным оборудованием, да? Угу. А когда ты создавал свой канал, ты назвал его Скалярики, и у тебя были еще скалярики цветные такие, да? Угу. Скалярики назван канал, потому что тебе нравилась эта рыба? Да. Именно цветная вот эта когда была? У меня там до этого, по-моему, еще какая-то заставка была, не эти рыбы. Ну, видать, я этот момент не застал, да? В общем, почему вообще скалярики? Все началось, я хотел начать сайт, именно посвященный скаляриям. Начал искать домен, скалярии.ру, естественно, занято было, и все остальные. Я думаю, дай какую-нибудь букву припишу. Ну, скалярики сделал, о, свободен. Свободен. То есть, получается, получилось случайно совсем? Да. Название пришло случайно, просто дал свободный домен? Да. И потом канал, когда создавал уже, он в честь этого домена пошел. А домен еще работает? Ну, существует? Он, домен-то принадлежит до сих пор мне рабочий, но сайта уже как такового нет. Не ведешь его? Не веду. Времени не хватало, потом уже неинтересно стало. Ну, я думаю, у каждого видеоблогера, даже не акваблогера, а любого вообще видеоблогера наступает такой момент, причем разные на это влияют факторы, когда ты думаешь, надо все бросить, это дело надоело. У тебя было такое? Да, у меня каждую неделю такое. Из-за чего? Из-за подписчиков? Кто-то что-то плохое пишет или как-то? Нет, просто как-то хочется времени, ну, вот особенно в последнее время и работа все-таки. Как-то было посвободнее, немножко было времени на канал. А сейчас как-то времени слишком много отнимает. Еще семья, да? Да. Хочется, наверное, просто бросить там, отдохнуть, полежать, а каналом особо не получается. А бывает такое, что супруга тебе говорит, хватит уже заниматься каналом, давай займемся вот домашними делами какими-то? Нет, ну мне домашние дела остается. То есть, получается, каналом занимаешься ночью? Нет, сейчас, наверное, как получается, с работы прихожу, занимаюсь, потом жена с работы приходит, я уже семьей занимаюсь. У меня наоборот. Я сначала домой прихожу, у меня жена не работает. Я домой прихожу, и сначала с семьей, пока все спать не лягут, спать, ложатся, и после этого я начинаю заниматься каналом там, до 3 до 4. У меня было какое-то время, когда я, в принципе, и работать мне проще было. Ну, вот, у меня с дизайном же связано. Мне днем вообще вот садишься, начинаешь что делать, ничего в голову не идет. Ночью садишься, когда все спят, и все, вдохновение поперло. Слушай, но видишь, ты говоришь, что занимает много времени, да, это как-то. А что тебе помогает двигаться дальше и не останавливаться на достигнутом? Не знаю. Просто твое желание или все-таки тебя стимулирует кто-то? Нет, наверное, желание вот чисто, мое просто самому интересно. Ну а роль людей, которые тебе там пишут комментарии? Нет, приятно, приятно, когда особенно там говорят там или спасибо помог, или вот как раз ролик вышел, я как раз собирался эту рыбу там заводить, искал информацию, конечно. Да, нет, положительных отзывов много, кстати. Вот ты говорил эту фразу, ты говорил. Да, и с Виталиком. Да. И самое интересное, то, что когда вы с Виталиком говорили об этом, мне в этот же день человек пишет: хорошо, что я увидел это видео, я также хотел, искал информацию, потому что собираюсь завести, и на моем любимом канале, ну, я, конечно, сейчас я льстю, но реально так человек написал, на моем любимом канале. Все с космосом там есть. Да, это удивительно. И вот ты об этом сказал, я думаю, надо же, это получается, это что-то прям у всех так. Что-то прям свыше. Павел, многие подписчики знают, что у тебя растет сын. А ты хотел бы, чтобы твой сын продолжил твою деятельность? Да. Стал акваблогером? То есть может получиться так, что когда ты уже станешь стареньким, у тебя уже будет не до канала, он этот канал просто продолжит дальше? Ну, было бы вообще здорово. Но аквариумистика ему вообще интересна, он как-то проявляет интерес к аквариумистике? Ну да, да. Вот тот же самый аквариум с петушком. С петушком. Удачный аквариум с петушком. Да. Ну, значит, будем ждать в дальнейшем большего участия. Еще один вопрос не от меня. Как ты считаешь, сейчас твои видео интересны, их очень много людей просматривает, а будут ли они актуальными лет через 20? Ну, я думаю, ну, через 20 не знаю, может там что-то появится, голографический какой-нибудь YouTube. Сегодня, кстати, Олег Лабутов нам показывал журнал, да? Ты же был? Нет. Какой журнал показывал? Олег Лабутов сегодня показывал журнал, какой-то китайский или японский, в котором была статья «Аквариумы будущего», и там были какие-то непонятные белые штуки такие. Да, напечатанные на 3D принтере. Тогда, мне кажется, вообще наши нынешние видеоблогеры будут вообще не актуальны, потому что там вообще все как-то не так, ничего живого. Павел, тебе было бы интересно, если бы тебя пригласили на телевидение вести программу, провести какую-нибудь передачу про аквариумы. Одна из передач такая есть, кстати, в интернете, в ютубе, что ли, называется «Аквабизнес». Может, если что-то подобное запустили и пригласили бы тебя в качестве ведущего, ты бы согласился? Ну, я бы, конечно, может, и согласился, но ведущий из меня никакой. Вот продолжение, о котором я говорил, что оно немножко каверзное. Тебя побудило бы интерес к аквариумистике или зарплата та, которую дают на канале? Интерес, потому что на телевидении вообще очень мало такого. И мне кажется, если бы на телевидении что-нибудь вышло подобное про аквариумистику, все-таки популяризация, больше бы народ заинтересовался. Часто но зарплата, так, конечно, это приятно тоже. Не последний, да, Ролик? Часто бывает так, что вот продолжение этого вопроса, который, кстати, тоже не я делал, не я создавал этот вопрос, то что если часто бывают такие случаи, когда приглашают, ты там полгода занимаешься тем, что ты хочешь, то есть занимаешься аквариумными рыбками, снимаешь видео, там все дела, а через полгода тебе говорят: Павел, все тебе это не актуально, мы хотим, чтобы ты остался ведущим, но передача теперь будет про собак, кошек, птичек. Не знаю, неинтересно. Не стал бы. То есть все-таки интересно первую роль играет, первостепенно. Ну, да. А я бы подумал. Еще один вопрос такой. Часто ли твои подписчики радуют тебя донатом, поддерживают тебя донатом? Да нет, в принципе, это, наверное, даже один и тот же, там, один-два человека. Ну вот эти люди, которые дают, ну вообще донат, который ты получаешь с канала, ты его тратишь на себя или ты тратишь его на канал? Только на канал. То, что и монетизация, то, что идет, и то, что донаты, именно только на канал. А монетизация есть реклама? Ну да, да. Я, в принципе, вот в Петербург приехал, вот, считай, на эти видео. Раскрыл секрет. Но зато я и своих денег, которые там зарплаты, я их не трачу на канал. Раньше тратил, сейчас чисто вот. Не буду спрашивать, сколько у тебя там выходит за просмотры. Да, немного, ни на что не хватит. Только на канал. Поэтому, если есть желание подписчиков помочь, обязательно нужно помогать, потому что эти деньги все равно уходят на то, о чем вы дальше в дальнейшем смотрите. Это и поездки в разные другие компании, где делаются видео, да, на покупку оборудования. Да? Также вот этот один штатив, чтобы нормально снимал, стоит, получается, сколько? 7 тысяч? Ну, штатив плюс стабилизатор, сколько получилось? Ну, около 9 тысяч. Это сам простенький. Почему ты до сих пор не участвуешь в никаких конкурсах по оформлению хардскейпов, аквариумов и так далее? Я все собираюсь сейчас в биотопном поучаствовать, но что-то мне никак... Биотопном, это вот который у него получается проект биотоп аквариум, да? Да, да, да. А у него получается мировая же? Да. Угу. И к какому году ты хочешь поучаствовать? Да, я, может, как раз вот и успею в 2019. Если руки дойдут. Ну, кстати, это интересная информация. Нет, да я говорил уже, что, в принципе, у меня план есть, но... И я... У тебя какая-нибудь задумка уже есть? Ну вот я вот как раз вот, который сейчас жду, аквариум 180 литров там. И уже вышел биотоп на формате. Я вот думал, да, но не уверен. Скорее всего, получится что-нибудь в природном стиле, но не биотоп. Ну, а тебе интересны биотопы как, каких стран? Я в том-то и дело, что у меня проблема, что я не могу определиться, что я хочу. Да, и еще проблема, если даже что-то бывает и захочешь, то не везде еще можно будет купить тот грунт, те камни, которые... Нет, тот грунт, те камни, это как раз проблем нет. Да? А вот проблем скорее, наверное, с населением будет, потому что в Туле трудно что-то найти. На самом деле, биотоп там можно запустить и тот, который у тебя есть в Туле, у тебя же там какие реки текут? Тухлый Дунай. У меня Ака, вот мы с тобой делаем. У нас УПА, который пока не впадает в Аку, так что у нас там тоже тухлый Дунай. Павел, твое отношение к вабикусам? Это очень больная тема для меня, особенно. Потому что я вабикус сам не делаю, да нормальное отношение. Ну ты сам не делаешь, но ты же видишь все то, что сейчас происходит. Вижу. Твое отношение именно к самому слову, к самому понятию. Можно так называть вабикусы то, да, можно. А что делают сейчас многие аквариумисты? Ну а почему нет? Я считаю, что это сейчас уже, по крайней мере, у нас в России не конкретно название, такое обобщенное. Это в любом случае кочка. Да. Но как-то между собой так уж получается, ну, что да, все называют вабикусы, и это нормально, правильно? Павел, скажи нам, чем ты занимаешься свободное от работы и аквариумистики время? Уроки делаю. С ребенком? Ну... Ты свободное время уделяешь ребенку? Ну, не все. А уроки, ты говоришь, делаешь, у тебя есть какой-то любимый предмет? Или все, что попало? Нет, я почему так спрашиваю? Потому что я занимаюсь творческой работой своим ребенком. Если ему там задают по трудам, что-то сделать, рисунок какой-то нарисовать по рисованию, вот это все моя работа. Сочинение написать тоже моя работа. Вот это вообще запросто. Пока сочинений, правда, нет, но вот именно устные предметы. Письменные там это уже надо посчитать, русские, правильно, да, красиво написать. Потому что очередь, как они там сейчас все делают, это очень отличается от нашей школы. Потому что русский тот же самый. У меня это был 5-й класс, у него это 2-й. Я в 1-м классе еще крючочки рисовал, а у них там уже были чуть ли не подлежащие сказания. Ну сейчас у нас в школу мы уже пришли, мы должны были уже уметь читать, знать алфавит. А раньше в наше время нас этому учили в школе в 1-м классе. Вот, хрелки, которые меня чуть не убило раз. А ты смотрел на видео про грелки? Нет. Вот, а так в основном либо Тетра, либо какой-нибудь там Барбус, который даже смотрел страшно на бренд. Так вот, я недавно делал видео про грелки. И там, ну, такую тему разбирал, то, что часто пишут не бьющееся там или сверхпрочное стекло. Да, которое само лопается. Но я взял барбусский этот обогреватель на видео и кинул его, он разбился в щепки. И мне пишут, то, что ну нашел что кидать. Это самое пишут, ну там пипи, самая хорошая, короче, продукция, поэтому тебе не жалко, ты кинь что-нибудь подороже, типа, мол того. А подороже нету в регионах, да, ведь у нас? У нас только такое и есть. Есть барбусы, есть акваэль, тетра, там всякое такое. Сейчас еще, кстати, в регионах, я не знаю, как у вас в Туле, вот у нас сейчас в регионах начали появляться еще от компании Аквалого, фирма их Прайм. Причем начали появляться не только... У нас сейчас появилась заморозка, почти везде праймовская. Ну, по крайней мере, в сетевых магазинах, скажем так. И из оборудования начали появляться внешники. Самое интересное то, что когда мы общались между собой по поводу внешников. Грибов, даже Грибов Сергей уже, оказывается, купил себе тоже этот. Он даже, по-моему, что-нибудь показывает. Внешник, да, и он уже его показывает. Вот. Но он, правда, в Москве живет, да? Угу. Вот. А у вас с этим как? Ну, я не Прайм. В последнее время в видеороликах про корма часто мне попадается такой, не вопрос даже, а рекомендация подписчиков, что некоторые корма нужно размачивать. Тетра слышал. Это, кстати, тетровские корма в первую очередь. Какой не покажу, один-два человека найдутся, те, которые говорят, так неправильно давать. Надо размочить, чтобы оно там размякло, а только потом давать, то у них там будут проблемы там, с желудком, с пищеварением. Чем я такое слышал? Первый раз слышу. Я, наоборот, слышал много раз о том, что ни в коем случае нельзя размачивать, потому что они специально делают с такой структуры, что долго плавать на поверхности. Ну да, ну, причем разные какие-то, да, какие-то на поверхности, какие-то тонкие, какие-то частично тонкие, какие-то на поверхности остаются гранулы. Откуда такая информация пошла? Мне очень непонятно. Первый раз? Я знаю, последний комментарий под такие видео. Я знаю, что там, в целях лечения там вымачивают в лекарствах то же самое при гексаметозе, там вымачивают, нет, в этом метронидазол дают, чтобы внутрь, грубо говоря, сразу рыба принимала, а так, чтобы размачивать, микроволновки разогревать. Спасибо тебе, Павел, за то, что ответил на вопросы. Спасибо, что приехал ко мне в Питер. Пожалуйста. Я на самом деле очень рад был бы, чтобы это видео было первое, но не последнее, чтобы мы еще много раз встречались, может быть, на совместных каких-то будут проектах. Мероприятия, обязательно встретимся, будет возможность. Да. Спасибо тебе еще раз. Тебе спасибо. А вам всего доброго. А если вы еще не подписались на канал Скалярики, а он, кстати, есть не только в Ютубе, но еще и в группе ВКонтакте, и в Инстаграме. Угу. Дальше, я не знаю, в Фейсбуке есть? Не, больше нигде. Больше нет. И... Я пытался, мне не понравилось. Подписывайтесь, если не подписаны. А у нас на этом все. Всего вам доброго и до новых встреч в новых видео на канале ПАР. Пока!